Футбольный Енисей в сухую проиграл Ростову. Очередной матч премьер-лиги завершился поражением красноярцев со счетом 0-4. Несмотря на то, что команда хозяев с самого начала завладела преимуществом, первый голевой момент создали наши игроки. Какое-то время Енисей владел мячом, но на 31-й минуте ростовчане благодаря хорошей контратаке открыли счет, а уже через пару минут забили еще один гол. В начале второго тайма красноярцы попытались перевести игру на половину поля хозяев. Отчасти это получилось, но поразить ворота соперника им так и не удалось. А вот футболисты Ростова до конца игры забили еще дважды. Итог встречи 4-0, увы, не в нашу пользу. Следующий матч состоится 27 августа. Енисей в Тюмени сыграет с командой «Крылья Совета» из Самары. Считаю, что неплохо мы первый тайм, особенно первую половину провели. Имели два неплохих момента для того, чтобы открыть счет. Не смогли реализовать момент и в итоге пропустили таких нелепых быстрых две атаки, которым воспользовался соперник, забив два гола. Конечно же, мы такого не ожидали, были немножко ошарашены, если так можно сказать. И вообще, считаю, что, конечно, такой крупный счет не отражает суть сегодняшней игры, поскольку считаю, что мы должны были забивать, по крайней мере, у нас было, наверное, 3-4 100% момента.